Так, ну что, надо подумать, как мы их без палева можем всех снять. Наверное, вот этого первого. Похоже, тихо ты не умеешь. Не, я не умею, не получилось. Они пленника вроде не трогают. Да, Лен! Один есть. Так, давай, короче, выходим. Так, что-то там с блюдом было написано. Короче, одного пленника завалили. Так, ладно. Не получилось втихаря. Сейчас мы тогда возьмем нож метательный. Так, ты где? Не понял. А где я? Ага, все, я вижу. Да, вот он ты. Ну, идем сюда. Пленники же здесь? Или где они? Вот они. Что-то я заплутал чутка. Твою мать, его нигде нет. Зато я вижу пленных. Обращаются с людьми, как с животными. Держат их в клетках. Ну, понеслась. Только не шуми. Или пленников убьют. Так, тихо. Так, вот этого сходу надо убивать, потому что он отбился вроде один. Ага. Так, а это у нас с мачете. Нет, не с мачете. А какой с мачете был? Где он? Так, не понял. Это что, подмога, что ли? Вот он с мачете ходит. Так, двое осталось. Один из них бронированный. Тихо. Нам бы подмогу сюда. Жатва душ, грязная работа. Лучший день в моей жизни. Не. Ну все, вроде. Освободил. Музыка закончилась. Спасибо, помощник. Один. Всем конец. Так, а как клетку открыть-то? Помоги, прошу. Нам бы подмогу сюда. Да я понял, что вам бы подмогу сюда. Ну как мне открыть клетку эту? Что? А где замок? Не сломить меня. Не сломить. А, во. Какого хера? Их надо спасать. Помоги мне. Блин, что я сделал? Ай, блин. Пленники, освободи. Помоги мне. Я кнопочку перепутал. Ну, бывает. Спасибо. Да пожалуйста. Ой. Блин, бедный чувак. Надо прости. Прости Ой, меня, Ой. Чувак. Я не хотел, отвечаю. Пару лет назад ему поручили расправиться с одной семьей. Родителями и детьми. Он заставил их голодать. Не давал им ничего. Даже воды. Их мучила жажда, и им пришлось начать пить свою мочу. Дети отказывались. Родители пытались заставить, но детей рвало. Повар был недоволен. И тогда он вздернул родителей на столбах под палящим солнцем. Так, чё стали? Я что-то слышала. Доберитесь. Добираемся. О, тут еще пленники, да?
что здесь? Их сейчас казнят. Иди первый, я за тобой. Помни, если они... Так, кто, меня спалили, я не пойму? Чё, одного убил, да? Да ё-моё! Чё-то я... О, ножи. Не, мне это не надо. Так. Отсюда не выбраться. Главное сейчас кнопки не перепутать. Я у тебя в долгу. Спасибо. Помогите, мой муж. Повар забрал его в яму. Он хочет сжечь его. Он сожжет его живьем. Какую яму? Сюда, что ли? Так, еще один. Если б не ты, я бы погиб. Пойдем. Спасибо. Так, еще один где-то пленник. Или он там в яме будет? А, следуйте за Джесс. Все, да? Да, да, помощники. Неудачный, правда. Уже двух этих потерял. А ты куда идешь? Не-не-не-не-не, подожди. Тут какая-то пещерка четко. Я хочу в нее зайти. Повар вздернул родителей и решил дать детям немного воды. Блин, надо было все-таки за ней идти. Бегу, бегу. Дети, конечно, хотели. Эй! Умоляли. Повар предложил им свинины. Они согласились. Он подошел к родителям. Снял с них обувь и начал считать. Один поросенок пошел на базар. Кровь лилась рекой. Повар широко улыбался, предлагая отрезанные куски детям. Да, повар еще тот чел. Блин, почему ты так медленно ходишь? А можно тебе пинка для ускорения дать? Ох, сколько здесь всяких, а? Скоро поросят не осталось. О. Он рассмеялся и поджег тела родителей. Воздух наполнился сладким запахом горящей плоти. Это невозможно забыть. Так, я хочу вот эту точку, которая висит, убрать все. Я осмотрелась, но он пропал. Растворился, как демон в ночи. В общем, теперь ты знаешь, почему он... Да, теперь я догадываюсь, почему он повар. Потому что он тварь еще та. Мы все выше и выше подбираемся. Так, доберитесь до выгодной позиции вместе с Джесс. Наконец-то можно до точки дойти самому. А тут уже прям база какая-то. Слабые, грязные, недостойные. Вот он, сраный путь. Их души увязли в грязи. Твою мать, их уже жгут. Он приготовит их в огне. Гори! Эта мразь заслужила худшие участи. Ладно, пускай бежит в рукопашку ко мне. Один готов. Так, ну вроде все. Успею спасти этого? Блин, нет. А он уже сжег его.
Полина, не успел чуть-чуть. Ну, ты медленно шла, я не виноват в этом. Ну чё теперь? Пустота. Пустота, да. Ну, хоть его убили. Дач был прав. Повар мёртв, и... Я ничего не чувствую. Я всегда хотела найти его. И вот... Я не знаю, что мне теперь делать. Дач во многом был прав, как оказалось. Насчет секты и Лая. Может, и тебя. Ты, если тебе нужна будет помощь, скажи ей. И спасибо. Спасибо тебе за все. Бам-барам-барам-бам. А я думал, уже не будет этой музыки. Блюда, которые подают холодным. Что происходит? Так, все, задание выполнено. Можно здесь теперь обшариться чуть-чуть. Привет, помощник. Привет. С моей племяшкой непросто. Но если тебе нужен кто-то, кто делает все быстро и тихо, это она. Пригляди за ней, ладно? У нее была тяжелая жизнь. Так, здесь вроде пленников нету. Вроде все пусто, записок, секретиков, ничего такого нету. Зайти можно? Нет, зайти нельзя. А я могу наверх забраться вот сюда. А на лестницу надо. Может, там что будет? В кибитке этой. Так, голову опусти. Нет, здесь тоже, кроме патронов, ничего нету. Так, тачка едет. А, это свои, это свои, это зелененькие. Так, что он там говорил? И все, и задания опять нет. Что такое? Почему странно так-то? Это наркотики, это доктор, которому гризли надо. Что-то вообще непонятно. Ладно, пойдем. Давайте сходим. Клатч Никсон нет. Сюда, к лесопилке, обратно вернемся. Посмотрим, здесь есть дополнительное задание какое-то. Клатч Никсон. Так, так, дополнительное задание или все-таки вернуться на территорию, это, гризли поискать? Мне нужен всего лишь один гризли. Ну давайте до лесопилки сейчас пешком будем идти. 300 метров все-таки не так уж много. Может, по пути гризли встретим. Да спрыгнешь. На жопу приземлился четко. Так, кто едет? Так, это свои. Так, идем, значит, 300 метров. Ой, да тут прям совсем рядом. А мне нужен лес. Мне нужен лес, где могут быть медведи. Обитаться. Ну, обитаться. Обитать медведи где могут. Сейчас, ну, по этому леску пройдемся. Блин, тут очень много срубленных деревьев. Нету. Медведей нету нигде. Думал, в этой маленькой рощице будет. Но нет. Так, ладно, посмотрим, что тут за доп. Задание. Выполним уже его. Еще чуть-чуть по этой карте побегаем. А там уже отправлюсь обратно в другой регион, который я освободил недавно. Буду там уже пытаться... Искать медведя. Так, как мне туда добраться-то? А никак, да? Так, давай вниз.
Не, сюда надо, на эту крышу. Да иду, сейчас помогу. О, военный. Нормально. Не хочешь помочь? Давай говорить. Молодец, спас многих, спасибо. Суть в том, что я знаю этих уродов, как заводные. Они везут сюда грузовики за новобранцами. Хочу устроить им сюрприз, когда они будут у ворот. Взорвем грузовики, чтобы они не смогли их больше использовать. Главное, они не должны ускользнуть от нас. Так, теплый прием. Так, подготовьтесь к засаде. К засаде? Ну ладно. Чёрт, я вижу! Чё, орёшь-то? Так. Я хочу вот сюда залезть, если получится. А тут лестницы нету, да блин. А вот есть кошка. Так, давай быстрее. Быстрее, 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 быстрее. О, вот здесь найс. Так, уничтожить грузовики. Ну, грузовики уничтожить. Грузовики, у меня есть чем. Так, начинаем с последнего, да? Чё ты так медленно летаешь, ты? Да, о, хорош. Сразу два. Меня хватит, я ухожу. Отлично будешь смотреться без башки. Ой-ой-ой, вот это веселуха, вот это да. Все, и выполнил задание. Быстро, очень быстро, супер быстро. Так, клатч Никсон не нужен. Форт. Какой-то форт есть. Так, ладно, это за... Мяу, попал в точку. Так, еще кто? О, лось. Блин, лоси бегают, это, конечно, классно, но мне нужен не лось. Мне нужен медведь. Чутка пожара устроил, но ничего страшного. Все, вывалился. Хорош чувак, отъездился. Не повезло тебе, что я тебя встретил. Так, а чё тут лосей так много-то? Так, ну мне не лось, ты... Ты чё, ты ж зелёный был! Блин, это чё происходит? За шкуры животных вам много заплатят. Да, я это помню. Блин, сколько здесь лосей, а? Не, я не хочу их убивать. Мне жалко. Я пойду медведя искать. Раз здесь лосей много, значит и еще какие-нибудь животные будут. Например, гризли. Где тут лес на карте? Ну, а, ну вот она опушка, и вот туда дальше можно пройти. А там еще медведь ручной какой-то, походу, у нас будет, потому что в помощниках там, да, висит один медведь, которого можно вызвать. И, скорее всего, это будет ручной медведь. Блин, вообще ничего не видно. Свет еще так падает. Так, здесь я был. Так, волк. Место, где волки обитают. Но мне это... Ух ты, а это что за меч? Что за место? Такое интересное. Так, ладно. Так, вы кто? Долго на них смотрел, потому что...
тут фиг поймешь. Чужие, свои, они не сразу отображаются. Красным, либо зеленым, либо серым. Так, ну вот это свой. В смысле, не свой, а мирный житель. Так, вроде ничего тут пока пусто. Блин, я так патроны все потрачу на вас. Компенсируйте, давайте. Ага, там наверху даже война идет какая-то. А еще и по мне? Это что, пленник? А что с тобой, чувак? Чувак, ты чё? Ты походу влип. Влип в дерево. А где, где, где? Обыскать. О. Кто придумал схватить и бросить отца в тюрьму? Не знаю, но кто-то замуровал тебя в пенёк, и ты теперь никуда не выберешься, я тебя огорчу. Так, а, ну и все, и здесь я был. Я отсюда и пришел. Да, по кругу прошелся. Ну как по кругу? По другой стороне леса. Бана, это что такое? Это просто охотник? Да не, это не просто охотник. Это охотник с ручными волками. Так, что такое? Давай, проезжай мимо. Так, и патроны на винтовочку закончились. Это не есть хор... Это что такое? Это у меня... А это? Ну да. Так, чё-то меня глюкануло. Я подумал, что у меня ракетница другая. Гранатомет. Гранатомет. Блин, и медведя вообще нигде не видно. Вообще и близко. Кроме оленей и лосей больше никого. Все-таки, скорее всего, надо... Оба-на, пума. Пуму мы убьем, потому что пума еще та она. Может нам нервишки чуть-чуть пощекотать, когда бегает возле меня. Она же быстрая, по ней трудно попасть. С дробовика только, но у меня его нету. Ну, вот так вот почти по-тихому завалил. Блин, а чё тут за движение, я не пойму. Не, ногой, не. Блин, да, а чё тут за движение, реально? О, двоих одним выстрелом, найс.
Блин, все едут и едут, едут и едут. И опять! Да ладно! Но это, по-моему, не гризли. Так, давай не убегай. Или гризли? Ну? Да! Да, это гризли! Блин, вообще неожиданном месте его нашел. Отлично, теперь можно отправляться к доктору и говорить то, что у меня есть шкуры. Можно, короче, к доктору теперь валить. Говорить, у меня шкурки есть, и что там, продолжать задание. Он там собирался... Это, короче, делать какие-то там штуки против ангелов. Ой, как приманки, не приманки, что-то такое. Бейсбольная карточка какая-то была. Так, а это что, записка читать? Так, записка. Илай, ты попросил меня присматривать за лесопилкой и докладывать о всяких странных вещах. Мой радиоприемник сломан, поэтому я буду записывать все от руки и потом передам тебе лично. Я видел много грузовиков, доставляющих пленных, как правило, 6 раз. Слышу проповеди по громкой связи и днем, и ночью. Их судьи патрулируют территорию. Еще слышал кое-что о поваре, о котором ты еще говорил. Попробую разузнать побольше, пока я еще здесь. Харрисон. Так, ну уже с поваром со всеми покончено, если что. И лесопилку я освободил, и повара я взорвал. Со всеми справился. Ну все, теперь можно отправляться к доктору.